Здравствуйте, друзья, подписчики, охотники и случайно зашедшие люди на мой канал. Вот приехал к другу, полковнику милиции в отставке, любитель лошадей. Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про своих лошадей. Что-то у вас у яблоки за кобылица. Спокойная кобылица, моя рабочая кобылица, которая я... Везде, в любое время, в санях, в лугу, в этом самом, одна идет. Бороздней пахать можно, все как положено на ней. Вот. В санях хорошо ходит, вообще послушная кобылица. Вот. Она молодая кобылица, еще 9 лет, это еще не старая лошадь. Вот. Жаробая, наверное, да? Конечно, жаробая. А покрыта? Таким же жеребцом, такого же цвета. Першароновским, да? Ну, это рабочая кобыла у меня. Это тоже кобыла. Я меньше с ней общаюсь. Она давно не забегала. Здесь жеребенку. А жеребенку сколько месяцев? 4 месяца. 4 месяца жеребенку. Да. Вася зовут. Вот моя лошадь. Верхом катайтесь на ней, да? Верхом, под седлом. Как хочешь. Седло у меня есть. Под седлом катаюсь. Седле. Хоу! Сивка. Да. Все нормально, все. Ну что, передаем белорусы привет в Америку своим коллегам, вот, любителям живности, единомышленникам. Ну и Джо Байдену передавайте привет от нас, белорусов. Подписчику из Нью-Йорка, моего канала, земляки. Видите, что у нас все лодыри, нет? Мы занимаемся живностью, лошади любим, куры, гуси, собаки, охоту. Все у нас есть. Жеребчик Васька. И Кветка. И Кветка. Видите, как кто овсом кормит, как за хозяином идет кобылица. Ну, всем до свидания, до новых встреч.